наши дорогие читатели, готовы узнать, что творится на страницах нового номера? Тогда поехали! Сейчас проходит акция «Умные каникулы» с газеты «Зорька», и гордо идет она под девизом «Мы любим читать и рисовать». Поэтому мы решили провести конкурс на лучшую иллюстрацию о том, что нужно нарисовать и куда прислать, вы узнаете на странице номер один. Также напомню о том, что сейчас продолжается конкурс поздравлений для газеты «Зорька». Если вы не в теме, то вам на странице номер два. На третьей странице вы узнаете о способах противостояния микробам. Поэтому, если вы всегда хотите оставаться бодрым и здоровым, третья страница для вас. Четвертая. Наша юнкоровская страничка расскажет вам о правильных взаимоотношениях между друзьями, а Тимофей Сороквашь поведает вам об истории сладкого. Например, вы знали, что конфеты раньше продавались в аптеках? Или о том, что пряники, или, как их называли, фигурки из сладкого хлеба, считались жертвоприношением Перуну? Нет? Тогда вам на странице номер 4. Но вы же не думаете, что мы подготовили всего лишь два конкурса? Конечно, нет. У нас в запасе еще один конкурс для кулинаров. Все подробности на странице номер 5. Сейчас каникулы. И, к сожалению, не всегда удается себя чем-нибудь занять. Поэтому специально для таких случаев мы подготовили подборку поделок из подручных материалов. На странице номер 5 поэтапно расписано каждое действие, которое надо сделать, чтобы получить какую-то поделку, выполненную своими руками. И, конечно, как всегда, море сканвордов, ребусов, лабиринтов и комикс. На последней, 8-й странице, вам предложат составить рейтинг популярности современных героев, мультяшных и сказочных. Раньше это были Винни-Пух, Пятачок, Чебурашка. Давайте же узнаем, кто на сегодняшний день является самым популярным мультяшным героем. Что ж, наш анонс подошел к концу, поэтому до следующей пятницы. И до встречи на страницах газеты.